эфире телеканал «Астана», программа «Статус-кво», и мы ее ведущие Оксана Петерс и Динара Сафран. Сегодня у нас в гостях известный блогер, специалист в области пиар Алишер Еликпаев. Добрый вечер, Алишер. Здравствуйте. Вечер. Алишер, недавно вас сравнили со скандальным российским блогером Алексеем Навальным. Вы знаете, да, об этом? Я знаю, да. Знаете. Что вы думаете по этому поводу? Потому что мне кажется, что вас сравнили не потому, что вы что-то выложили, да, в интернет, а то, чего кто-то не знает, да, потому что у вас иногда какие-то вот оппозиционные настроения, они прочитываются. У меня нет никаких оппозиционных настроений, да, то есть в наши дни любой человек, который адекватно воспринимает действительность, уже является оппозиционером. Вот. Мне очень лестно сравнение с Алексеем Навальным, да, но в отличие от Алексея, у меня нет политических амбиций, я не хочу заниматься пока политикой. Пока? Да. То есть пока? Пока, слово «пока», оно всегда должно быть. До какого периода? Я сам не знаю. То есть это же веление сердца, да, то есть сейчас у меня нет таких амбиций, я никуда не хочу ни в какую партию вступать, ни заниматься чем-то. И я всегда говорю одинаково, да, то есть когда мне говорят, вы там ощущаете там свое сходство с Алексеем Навальным, я говорю, что нет, я скорее ощущаю свое сходство с теми людьми, которые поддерживают Алексея Навального. Есть очень много блогеров-тысячников, да, которые поддерживают Алексея Навального, то есть его программы и все остальное. Но вы его читаете? Да, конечно. Я, например, его не читаю. Я читаю каждый, я на него подписан и читаю все, что он пишет. А мне еще кажется, знаете, Алишер, вот я иногда думаю, и, может быть, только у меня такое ощущение, что ваш кумир Иван Ургант. Вот, это второе сравнение, которое чаще всего дают. Еще более лестное сравнение, это с Иваном Ургантом. Вот, мне очень хочется быть на него похожим, но проблема в том, что происхождение ведь его не спрячешь, да, то есть Иван из семьи артистов, да, умеет играть на всех музыкальных инструментах, прекрасно поет и все такое. У меня там, я парень Семипалатинской области, Бескарагайского района, да, то есть там в возрасте достаточно взрослым переехал в Алма-Ату и только так начал двигаться. Не умею ни петь, да, ни играть ни на каких музыкальных инструментах. Но у вас получается иногда шутить, и шутки очень напоминают шутки Ивана Урганта, потому что у него тоже, он, когда он шутит, у него шутки не переходят в плоскость именно пошлых, да, шуток. Понятно. Угу. Мне очень приятно это слышать. Алишер, в одном из ваших интервью вы сказали, что когда-то в свое время вот ваши друзья и сокурсники научили вас мыслить вне шаблонов и не искать обычных путей, да? Вот как у вас это получалось, и что значит мыслить вне шаблонов? Этот вопрос, он всегда часто звучит, когда у меня спрашивают, не сожалеете ли о том, что вы пошли на журфак, да? То есть я говорил о том, что, может быть, предметно я получил не очень много журналистики, да, но та аудитория, в которой я вырос, да, то есть те ребята, с которыми я учился, да, то есть мы общаемся до сих пор, и эти ребята, они сделали гораздо больше, чем просто там, как бы, там базовые знания я получил от университета, да. То есть эти ребята помогли мне не быть похожими на других, да, то есть наш факультет, он всегда отличался от там юрфака, экономфака, да, там экологов, биологов и всего остального именно тем, что дух свободы на журфаке, он всегда очень высок. Получается, сейчас вы считаете, что вы не похож ни на кого? Ну да, людей выше 2 метров не так много. А что касается вот журналистики, да, Алишер, сейчас и вы, по-моему, да, тоже придерживаетесь такого мнения, что традиционная журналистика умрет, и все будущее только за интернетом. Кто-то еще придерживается этого мнения? Ну, я думаю, что многие, да. Мне кажется, что пока вот они вот двигаются параллельно, и я считаю лично, как телевизионщица, что и телевидение, и интернет могут идти параллельно, то есть помогая друг другу. А вы все-таки считаете, что все будущее за интернетом? Я думаю, что все плавно должно перетечь туда. Угу. То есть, потому что аудитория телеканалов и аудитория газет, она постепенно стареет, да, то есть и есть огромное количество людей, которые, ну, то есть я в том числе, да, которые там на протяжении годов уже не включают телевизоры. Угу. То есть есть Но люди, вы, которые... тем не менее, ищете в Ютубах те программы, которые вышли на телевидение? Уже по минимуму. То есть кроме «Прожектора Пэрис Хилтон» и «КВН», я уже давно не искал ни, ну, кроме там «Анатомии протеста», которая вышла на НТВ, да. Угу. Вы хотите сказать, что вы вообще не смотрите телевизор? Вообще не смотрю телевизор. Я не верю. Ну, то есть я не хвастаюсь этим, да, то есть нет такого, да, чтобы я хвастался, потому что люди говорят, да, то есть те люди, которые сидят в социальных сетях и говорят, что они вообще не смотрят телевизор, это все равно, что сидеть на наркоте и говорить, что ты не пьешь, да. То есть здесь то же самое, да, то есть я не хвастаюсь тем, что я не включаю телевизор, да, я просто говорю о том, что тот поток информации, который я получаю с экрана компьютера, его достаточно. Вот как известный блогер, да, насколько сегодня для вас важно и необходимо иметь свой блог? У меня появилась потребность говорить
ну, то есть вещать на какую-то аудиторию, когда я ушел с телеканалов, перестал писать в журналы и в газеты, и там ушел с радиостанции, да, то есть я не знал там, чем себя занять, потому что там пиар это все-таки очень хорошая профессия, но надо быть все время на волне какой-то, да, то есть я всех пиарщиков всегда призываю идти, да, то есть писать в газеты, там, выходить на телеканалах, то есть потому что это помогает не терять хватку и знать рынок. Ну, что касается интернета, мне кажется, да, это интересно, да, будущее за интернетом, но люди стали вот активнее в интернете, потому что там, не имея никакой фотографии, да, не имея никакого своего имени и фамилии, то есть человек может писать что угодно. И какая-то большая часть, мне кажется, там очень злых, закомплексованных людей. Абсолютно точное замечание. Просто я хотел бы сказать, что в связи с этим ценность людей, которые выходят под своими именами, которые не прячут свою фотографию, которых вы можете найти и набить ему морду, ценность этих людей многократно возрастает. Угу. То есть и с этим связана там, популярность там, ограниченного числа там, казахстанских блогеров, да, которые выступают под своими именами, и они отвечают за те слова, которые они говорят. То есть можно сказать, что это секрет вашего успеха, да? Да, у меня нет. Почему вы стали популярны, и почему вас все хотят читать, вам хотят писать, вас приглашают на какие-то различные семинары, тренинги, вы даже консультируете известных чиновников. Угу. Но здесь смотрите, какая штука. То есть ни о каком успехе, да, то есть там, любой там, певец, который поет на Тойер, гораздо популярнее, чем Ришар Ликбаев. То есть это надо там, зарубить там, себе на носу и понять и признать это. Но иногда этих певцов приглашают для того, чтобы просто вот, на свадьбу нужно кого-то пригласить. Ну, да. А там уже исходят не из популярности, а из прайса. То есть кто подешевле или кому подороже. То есть здесь, мне кажется, сейчас, вам не кажется, что сейчас настало время, когда люди, которые на волне, а вы один из тех, кто сейчас на волне, вот на волне те, кто делают себя сам, те, кто имеет четко какую-то выраженную позицию, да, свою, и которого интересно слушать, которого интересно читать, у которого есть какие-то собственные мысли. Ну, я думаю, что как бы есть очень ограниченная популярность, да, то есть там мою аудиторию оценили там в 40 тысяч человек, да, то есть я как бы не знаю, насколько это там правильно, неправильно, но это больше, чем там тираж многих газет, да, но это меньше, чем аудитория, скажем, там вашей программы, да, гораздо меньше. Вот, но вот этой толики популярности, в принципе, мне хватает, чтобы там решать какие-то повседневные задачи, да, то есть мне как бы эта популярность, она не сдалась, я бы ее с удовольствием поменял на деньги. Да, то есть в этом отношении просто надо понять, да, что как бы конвертировать это все там, постоянно в известность, как бы, ну, я не вижу в этом большого смысла. В последнее время я часто слышу мнение людей, причем вот разных профессий, да, которые говорят, что интернет-пространство превращается, ну, извините за выражение, да, в большую помойку, потому что кто угодно может запросто оклеветать человека, да, полить грязью. Вот вы с этим согласны? Ну, конечно. Но и до этого такой же помойкой были газеты и телеканалы. Нет, ну в газете все-таки... Там это хоть есть издание, там, да, знаете, например, руководитель издания, он несет ответственность. А здесь, вот в этом интернет-пространстве, кто несет ответственность? Я же говорю, что уровень доверия к анонимам постепенно снижается. И уровень доверия к людям, которые клевечут, да, то есть, но выступают от чужого имени, то есть они уже, как бы их никто не слушает. А как с этим бороться? А никак, просто как бы отвечать с открытым лицом. То есть... Ну вот когда вам пишут. Мне недавно написали. Ну таких, да, же там людей смелых очень мало. В основном это же вот... В основном это только анонимы. Да, невоспитанные, да, люди. Ну вы лично вот как реагируете? Я реагирую спокойно. А вас ругают в интернете? У меня большой, конечно. То есть я же говорю, мне один... Были моменты, когда вам просто хотелось, ну я не знаю, плакать? По-мужски просто... Нет, плакать, ну, я думаю, что... Нет, я думаю, что не поехать, наверное, и набить лицо. Как человек выше 2 метров, я очень миролюбив, да, то есть и мне очень трудно заставить. Вы, кстати, часто встать. Об этом говорите, почему? Вот, да, любое интервью, ты всегда начинаете этим, да? С того, что ваш рост – это 2 метра. Да, то есть я просто пытаюсь доказать людям, что… Что низкорослые – самые злые. Низкорослые – очень злые. То есть вы никогда не увидите там диктатора выше там 1.90 метра. То есть, угу, ну, таких просто не бывает, да, там в истории. Алишер, ну скажите честно, когда вам пишут, вы читаете комментарии, я заметила, что там, допустим, на самиздате или в Vox Populi, то есть если… пишут какую-то гадость, да, вы обязательно, то есть комментируете там гадость или похвала, да, или комплимент. Но при этом я комментирую достаточно адекватно. Адекватно, да. То есть, но при всем при этом вы же человек,
человек. То есть, и вот вы сами говорите, поступают какие-то анонимные письма, да? Очень наверняка много. Не только к вам, да? То есть они еще куда-то уходят, эти письма? Ну, я их никуда не переправляю. То есть я просто как бы с клеветой сталкивались? Да. Ну, то есть не то, чтобы с клеветой, со слухами. То есть их очень много вокруг моего имени, да, там бродит в интернете, да? То есть вы вчера столкнулись, да, с этим, да? То есть люди пишут, что как бы там публикация Алишера Алибаева стоит $1000. Я просто удивился, думал, ну, что так дешево-то? Ну, если продаете меня, продавайте дороже, да? То есть и однажды там... Это неправда. Не, конечно, нет. Там моим друзьям прислали прайс на блогеров, да, то есть и там был там я на первом месте, да, то есть тоже были расценки на меня. Вот, и я позвонил. И сколько там было написано? Там было около $1000 за пост. Меня, надеюсь, там не было. Я не знаю, кого остальных, то есть мне просто друзья позвонили, сказали, ты номер один. Но это же ужасно, на самом деле, что эти прайсы, знаете, распространяются. Гуляют по рынку, да. Гуляют по рынку, и люди думают, что можно обратиться к вам, и за $1000 там... Но этого прайса больше не существует, и той компании, которая там это все делала, тоже как бы они извинились, принесли извинения и сказали, что они там не согласовывали это со мной, и что там в дальнейшем этого никогда не будет больше. Алишер, это правда, что вам дали $1 000 000 на создание сайта Vox Populi? Дали. Дали. Принесли чемодан и сказали, Алишер, купите себе квартиру, машину. Нет, смотрите, какая ситуация была с Vox Populi. То есть мне предложили создать сайт, то есть и попросили на него как бы сделать бюджет. Я сделал бюджет на 3 года, то есть он составил примерно ту сумму, о которой вы говорите. Угу. Вот. Но бюджет, скажем, такой хороший. Да, судя по тому, что... Вам нужно будет возвращать эти деньги? Да, ну, лично мне? Да, лично вам. Ну, я надеюсь, что я их верну. Да, то есть но у меня вы нет, обязаны вернуть? Нет, был какой-то договор вернуть. Официальный нет, или что-то? Нет такого. Есть просто но вы намерены слово, вернуть, да? Конечно, я уже потихонечку возвращаю. Ну, вы смотрите, вы менеджер, да, получается? То есть поставленный менеджер. Да. Сайт Vox Populi держится, по сути, на вашем имени. То есть если завтра вы уйдете... Нет, это правда. Но есть еще фотографы, но по большому счету все зависит от вас. Вы главный человек на Vox Populi, это же правда? Неправда. Есть руководитель Vox Populi. То есть вы понимаете, что... Ну, есть лично человек, у меня, который... например, Vox Populi ассоциируется в первую очередь с Алишером Алибаевым. Не с Карлой Нур, да, не с Канатом Бесикиевым, не с другими людьми, а именно с вами. Я как направляющий перст. Да, то есть я примерно, ну, как бы я думаю глобально, да, то есть, но я не нахожусь там целый день. То есть и вы поймите, что это очень рутинный труд. Да, то есть создание фоторепортажей о жизни Казахстана, да, то есть командировки, документы, закрывающиеся, рекламодатели. А как вы зарабатываете? Приходят. Мы зарабатываем честно за счет рекламы. За счет рекламы, то есть можно заказать у вас фото, какой-то репортаж. Да, но мы никогда не обманываем, что мы получили за этот фоторепортаж деньги. Вот, то кстати, есть всегда я здесь есть значок. Хотела спросить, вы не считаете, что пиар и реклама во многом связаны с обманом? Ведь продвигая или рекламируя те или иные вещи, все равно там присутствует главная цель – это продать и получить прибыль. Я то согласен. Есть... Сегодня с утра была переписка, мне говорили, вы можете стать лицом на там, нашей компании, да, мы можем заплатить вам деньги, можете ли вы выступить там, как бы, ну, то есть на продукта? На билбордах у нас. Ну, это как интернет-продукт, да. То есть до этого как бы сеть автозаправочных станций, да, то есть выходила с тем же предложением, то есть давайте мы вас снимем там в рекламе. На самый чистый бензин в мире. Вы согласились? Нет, я не согласился просто по одной причине. В прошлом году я снимался в рекламе телевизоров Samsung, да, я снимался в рекламе KSL, да, снимался там в рекламе интернет-магазина bff.kz. То есть для меня принципиальная позиция, чтобы я пользовался услугами этих компаний, да, то есть если у меня дома телевизор Samsung, и он мне, в принципе, устраивает, я соглашаюсь сниматься в рекламе этого телевизора, да. Если я 11 лет там с фиолетовым... То есть для вас самое главное, это ваша личная выгода? Нет. Что значит личная выгода? Нет, наоборот, получается, если вам нужен Samsung, вы будете сниматься. Если вам нужно еще что-то, вы будете сниматься. Нет, важен личный опыт. То есть важен личный опыт взаимоотношения с этим брендом. Помимо продукта, вы же получаете деньги еще за рекламу? Да, конечно. Большие деньги? Ну, не такие большие, чтобы там, это стало там, методом заработка. Да? Но именно на печеньке. Достаточно. Я вот наблюдаю за вашим твиттером, у меня такое ощущение, что сейчас, вообще, мне кажется, в целом сейчас модно продавать образ жизни, да? И вы как раз из тех людей, которые, благодаря которым можно многие вещи продать. У меня складывается ощущение, что вам дают телефон, гаджеты, то есть автомобиль, путешествие куда-то. Главное, чтобы вы потом об этом написали. Это так и есть? Ну, я уже там несколько лет не покупал себе телефонов, да, то есть я очень редко плачу за свои путешествия. Да, более того, там мои родители уже не платят за путешествия свои. То есть есть
какие-то няшки, да, то есть то, что называется приятные вещи, которые ты получаешь в подарок, но я никогда не гарантирую, что я буду об этом писать. Угу. То есть вот сейчас, например, там, лечу в Шанхай, да, то есть и я ребятам говорю, что то есть я как бы могу какое-то информационное пространство забить, да, но это не будет такое, знаете, чтобы... Что вот Шанхай Алишер супер, Рыбаев, да, все сюда. Полностью вот, продался этому бренду. Но такого не будет. И я принципиально не беру денег за посты, я принципиально не беру денег за твиты. То есть, и если я за что-то получаю деньги, то люди об этом знают. То есть, это принцип. Я говорю, ребята, это в реклама. Этом месяце я там продвигаю вот это, я надеюсь, что вы мне поможете. И вот в чем моя сила, в том, что я обладаю одной из самых лояльных аудиторий в интернете. То есть эти ребята, которые помогают мне раскручивать фоторепортажи на Vox Populi, проводить какие-то тематические вечеринки в Меге, как бы, или там проводить какие-то акции. Вы им платите за это или нет? Нет, конечно. То есть я бы не мог платить этим там 5-6 тысячам людей. Вот человек, разбирающийся в этом деле, я имею в виду информационные технологии, у вас нет планов на будущее или, может быть, мечта создать что-то свое? Новое. Чего нет? Vox Populi — это то, что я хотел создать. То есть то, к чему я стремился, да, то есть, может быть, не в таких денежных масштабах, да, то есть я, как бы у меня есть мысли более глобальные, да, то есть я хочу как бы быть как Boston Globe, да, то есть это мировое фотоагентство, да, то есть, но сейчас я понимаю о том, что существует недостаток информации казахстанцам о казахстанцах, я создаю именно в интернете, да, то есть на телеканалах у нас с этим проблем нет, там, в газетах этих проблем нет, но в интернете там многие не знают о том, что там на их территории есть очень много интересных людей, очень интересных мест, о которых они никогда в жизни не слышали, или профессий. Что касается копипасты, да, то есть вы наверняка часто с этим сталкиваетесь. Да. Часто воруют ваши те вещи, которые вы уже сделали, конечно, создали, опубликовали? Да, мы один из самых воруемых сайтов в Казахстане. То есть я не знаю другого сайта в Казахстане, чьи бы там публикации воровали бы с такой периодичностью. Как у нас. А как вы их наказываете? В пределах Казахстана никто не хочет иметь дело со мной. Да, то есть, и поэтому как бы они стараются там не воровать у нас репортажи. А в России, к сожалению, мы не защищены. То есть сейчас у вас ничего не воруют? То есть в Казахстане у вас Казахстане не воруют? В Казахстане не воруют. В основном у нас воруют международные сайты. А зачем вот международным сайтам какие-то фотографии из Казахстана? Ну, потому что им кажется интересным. Они таким образом нагоняют к себе трафик дополнительных читателей. Да? То есть вы можете там в российских сайтах там всегда найти наши репортажи. То есть они не платят за это денег, они не платят, они никаким образом, они убирают ссылки на нас любые. Да, то есть это очень некрасиво, но это как факт существует. В интернете я прочитала много информации о том, что вы ленивый человек. Но, судя по вашему разговору, это не похоже на вас. Ну, это правда? На самом деле, может быть, я создаю какой-то образ. Нет, вы сами говорили. Нет, я имею в виду, что создаю образ трудоголика, да, но на самом деле я очень ленивый. Да, я небольшой любитель. А в чем проявляется ваша лень? Моя лень проявляется в том, что я отказываюсь от многих вещей, то есть от которых мне не очень сильно нравится. Да? То есть я бы реально мог зарабатывать гораздо больше, чем я зарабатываю на сегодняшний день. Да? А какие вещи вам не нравятся в основном? Ну вот, как бы часто, вот, ну, то есть, там, в течение недели обязательно происходит какая-то там встреча, где мне предлагаются там, вот тебе денежка, сделай нам вот это, вот это, вот это. Я как бы отказываюсь от этих денег просто потому, что мне неинтересно заниматься этим, ну, как бы вот этим проектом. А каких предложений вы ждете? Я жду предложений, то есть вот Vox Populi — это было то, чем я хотел бы заниматься, ну то есть люди слушали, что я хочу. А кто владелец Vox Populi? Ну, к сожалению, истинный. Человек не публичный. Не да, публичный. Да, человек не публичный, молодой парень, очень умный, очень получил заграничное образование, имеет опыт работы там. Но вы уже зарабатываете, возвращаете как-то деньги? Потому что вот я вижу, иногда вот вы пишете в Твиттере о том, что в этом месяце мы заработали, там, в этом квартале заработали столько-то. Я вот, честно говоря, не понимала, думаю, зачем вам эта открытость? Вы же не собираетесь там на IPO и все такое. Открытость помогает зарабатывать еще больше. То есть мы принципиально, то есть, например, мы понимаем, что там бюджет, 30% нашего бюджета, да, то есть интернет-сайта, составляет налог государству. И мы понимаем, что это очень сложно платить. Да, то есть, что если ты пытаешься быть белым, я понимаю, почему большинство, ну, очень много сайтов, которые получают зарплату в конвертах, да, то есть делают это, ну, в тени. Да, то есть я понимаю, потому что это очень сильно влияет на удорожание любого интернет-проекта. Да? Но мы изначально хотели бы быть честными, изначально хотели быть прозрачными. И сейчас, например, то есть мы были вынуждены там, повысить цены на размещение рекламы. Да? У вас много рекламодателей сейчас? Сейчас, получается, да. То есть, что в основном рекламируете? Какие? Очень большой
Mm-hmm. То есть там есть и государственные, национальные компании, там есть и там Казахфильм, вот последний, да, там фильм «Анбала» у нас рекламируется, и, конечно, производители электроники. Сейчас у вас дороже, чем на телевидении? Да. И люди но приходят? Не на всех, ну, не на всех телеканалах, но некоторые позиции, ну, например, заказать сюжет в новостях на каком-нибудь телеканале mm-hmm. стоит дешевле, чем заказать фотоматериал у нас на сайте. А сам Алишер Эликпаев дешевле или дороже тех репортажей, которые выходят на Vox Populi? Алишер Эликпаев занимается только теми проектами, которые ему реально интересны, да, и если ему интересен проект, он за ценой не постоит. Mm-hmm. То есть он будет работать там за еду. Угу. Да, то есть в прошлом году было два проекта, за которые я хотел, которыми я хотел заняться. Я ездил сам, я оторвал эти контракты с зубами. И там я могу сказать, что там James and Empire Awards, который я провел в прошлом году, да, вместе с друзьями Cybex Systems, мы выиграли международный конкурс James and Empire Awards Done in 60 Seconds. Да? То есть наша работа, которую мы здесь от Казахстана представляли, она в Лондоне победила. Угу. То есть это очень большая победа. Угу. Вот. И за этот контракт я воевал. То есть я ходил, и вот сейчас у меня тоже там... А связи имеют роль? Конечно. Ну, то есть мы же в Казахстане живем. Да? То есть, а я какие думаю, у вас отношения с премьер-министром? С премьер-министром? Каримом Асимовым, ну, да. Да. Кофе в постели я ему не приношу, к сожалению, да. Вот, к сожалению, думаю, то есть вам хотелось бы. Нет, то есть таких близких отношений имеется в виду у нас нет. Но вы с ним как-то связываетесь, то есть вы можете ему да, написать? Да, конечно, я пишу ему в Твиттер. Он вас читает? Мне кажется, да, потому что когда мы с ним виделись, он просил не материться от его, ну как бы он просил, я же вел аккаунт от его имени. Да, ну вы особо-то и не материтесь. Я матерюсь. По сравнению с Нирушем. Да, да. Вам нет. Не стыдно материться? Вдруг вас читают молодые люди? Нет, смотрите, какая штука. То есть если вам... На них рассчитано. Да, если вы хотите, чтобы... То есть я же там не государственное какое-то издание, на которое заставляют подписываться, да, то есть человек сам принимает решение, читать меня или не читать, да, то есть в повседневной жизни я как бы изъясняюсь матом, да, то есть и как бы, а Твиттер это и есть моя повседневная жизнь, да, то есть я там еду, рассказываю что-то, да, то есть если вы же понимаете, что-то замечает... что любой ваш твит завтра может выйти в любой государственной республиканской газете, и да. Там с тиражом, я не знаю, 10, 20, 30 тысяч. Такие инциденты были, да. Вот, то есть и... Мне кажется, я специально понимаю, делаете там, это, чтобы привлечь внимание к себе. Да в том-то и дело, что я-то не стремлюсь привлечь людское внимание, да. Mm-hmm. То есть я как можно, вот 90% программ, да, которые ко мне обращаются, да, то есть сталкиваются с тем, что, ребят, я не могу, мне это неинтересно. Хорошо, это Алишер, о чем вот сейчас чаще всего пишут блогеры? Какие темы их интересуют? Блогеры могут писать на совсем, совсем разные темы. У нас отличается это от города к городу, да, то есть mm-hmm. там в Алма-Ате достаточно сытый, да, и процветающий, то есть очень много людей пишут в основном там об одежде, как выглядеть хорошо, да, угу. То есть как там хорошо себе преподносить, как краситься, как готовить вкусные завтраки, да, абсолютно. Более политизированная Астана, то есть она почему-то тянется к Алма-Ате, но при этом там... Про Астану, я думаю, Динара хорошо знает. Да, то есть и как бы она тянется к Алма-Ате, но при этом у нее есть самобытность какая-то, да, то есть там очень сильно есть чинопочитание. Да, то есть вот даже в твитах это чувствуется, да, то есть алматинцы, они все-таки более... Ну, при всем при этом, когда алматинцы обращаются к тем же самым людям, которые находятся, то есть занимают какой-то пост, да, государственный, uh-huh. они тоже, видно, что с каким-то уважением. Ну, то есть даже меня... Слава Нируш, который приходил там политологу, да, Ирлану Карину, да. Секретарю партии, он тоже, он говорил с ним на «вы», он ни разу не матерился. Заметьте, да, то есть тот Слава Нируш, который обычно всегда курит и что-то говорит. Вот я возвращаюсь к Кариму Масимову, да, мне вот интересно, вот вы полетели на Байконур, да, на борт премьер-министра взял только вот 4 блогеров, да, причем он обидел многих журналистов, и вы сами знаете, что они писали твиты. Как вы думаете, почему? Причем это все это вышло после того, как вы написали в Твиттере, напомните, что если бы в правительстве... Давайте я не буду это напоминать. Нет, давайте вы напомните. Нет, на самом деле это была шутка, и я бы не хотел ее вспоминать, просто потому что это выйдет на телеканалах. Да, то есть, поэтому, как бы была шутка, достаточно невинная, на мой взгляд, и достаточно наглая, и на взгляд. За эту шутку ведь можно было и чего-то лишиться. Я так понимаю, она была матершиной? Ну, она была, там была игра слов. То есть, и в принципе, можно было воспринять это и как мат. Угу. Да, то есть. Ну вот как раз после этой шутки вам позвонили, да? Да, после этой шутки со мной связались, да, сказали, не хотите ли вы полететь вместе с премьер-министром на запуск спутника КАСА-2. И вы теперь, наверное, продумываете об очередной шутке, да?
Нет. Чтобы поехать или полететь туда. В том-то и дело, что у меня нет такого, чтобы я продумывал шутки. Да? То есть я еду, замечаю какие-то вещи, да, которые мне кажутся смешными. Я их тут же выкладываю. Да? То есть или там игра слов, которая идет в голове, она тут но же идет. Но при этом, Алишер, вы однажды писали или в интервью сказали, что любой твит вы пишете, вы стираете, потом, да, может быть, оставляете на потом. То есть каждому то есть твиту вы редактируете, вы относитесь, да? Сейчас, да, ответственно. Сейчас, да. Сейчас, ну, почему? Просто потому, что ты сталкиваешься с огромным количеством неадекватного народа, да, которые могут любой твит разложить. Любой твит интерпретировать, да, да, то есть они пишут моему руководству, да, то есть письма, они пишут тут, там, письма с угрозами мне, да, там, то есть, как бы, и учитывая, что там моя сила в том, что я открыт, но в этом же и моя слабость, да, что эти люди знают, там, как я выгляжу, да, то есть эти люди чем знают, где стоит там моя машина припаркована, mm-hmm, да, они знают, где я работаю, да, mm-hmm, где я в данный момент нахожусь, да, и я понимаю, что там уровень там сумасшедших на данный час гораздо больше, чем когда об этом пел Виктор Цой. При этом удивительно, что вы занимаете, вот ваша основная должность, это пиарщик, да? Торговый центр Мега, да. Но вот в проекте «Нам из Дуда» в номинации «Человек года» вы победил Мурат Абенов, депутат Мажилиса. Второе место заняли вы, Алишер Эликбаев. И на третьем месте премьер-министр Казахстана. Отличная Карим компания. Масимов. Да. Как пиарщик втиснулся, скажем, в эти ряды? Ну, это как этот, в «Трех мушкетерах», да, бокалейщик и кардинал, это сила. Вот. Ну, я на самом деле не знаю, каким образом. То есть, я думаю, что вот здесь Алишер Оксанов говорит неправду. Он наверняка все уже давным-давно все знает и уже делает так, как надо. Нет, Динар, вот есть принципиальные моменты. То есть я никогда не лезу в кадр сам. Никогда не лезу куда. Все, что я хотел это в свое время, да, пиара? Это появиться. Ну, нет, как бы есть какая-то мечта. Тем более мы имеем дело вот со специалистом, да, по пиару. То есть была какая-то мечта, это попасть в журнал Esquire. Да, то есть я реально стремился туда попасть, вот я реально хотел, там, чтобы мою, ну, на обложку я и не мечтал, да, то есть, ну, я мечтал просто появиться в журнале Esquire. Я там появился, успокоился, вот, и с тех пор там особо никуда не лезу. Есть огромное количество людей, да, то есть в том числе там вы, Динара, да, там тот же Слава Неруш, тот же Ерлан Карин, да, то есть тот же там премьер-министр, который хотел, не хотел, но каким-то образом там продвинул меня. Да? То есть сотрудники пресс-службы премьер-министра, они сказали: «Алишер, вы же понимаете, что ваша жизнь теперь будет немножко другой?» Я это прекрасно понимал, да, что и сразу после того, как мы слетали с премьер-министром, увеличилось количество заказов со стороны государственных органов, да, то есть они в какой-то момент поняли, что с Алишером-то можно работать, да, это там сам премьер-министр сказал, да, то есть потом, когда мы там отфотографировали Аккорду для Vox Populi, да, то есть попали туда, куда не попадали другие фотографы, да, отфотографировали его, люди опять начали задумываться: о, он дружит с верхами, хотя, ну, ничего такого нет. Но сейчас нет. Вы же дружите с верхами, получается? Нет, не дружу. А с кем вы на самом деле дружите? Кто вот ваши друзья? Это очень важный вопрос, Оксана, спасибо, что вы его задали. То есть я дружу, мой друг, с которым там, я там съел пуд соли, да, то есть мы с ним дружим с детского сада. Там несколько, четверо моих друзей, с которых мы дружим со школьной скамьи. Да, то есть, в принципе, то есть, как друг я состоялся очень хорошо, да, то есть, и во мне нет такой нужды постоянно в новых друзьях. То есть мои друзья – это журналисты, с которыми я там вместе работал, школьные друзья и с садика друг. Угу. Да, то есть, и этот состав, он не менялся. То есть, когда меня поливают грязью незнакомые мне люди, я всегда очень спокойно к этому отношусь. Да. Для меня гораздо важнее мнение тех людей, с которыми которые были там всю жизнь рядом со мной. Этого мне кажется, что все ваши друзья, которые вот вы, про которых вы говорите, они наверняка тоже занимаются где-то... Нет. Нет? Они абсолютно, то есть... Или то продвинутые есть, вами. Друга, который друг, занимается... Друг с садика, он работает в Комитете национальной безопасности. Отличный друг. Да, то есть друзья, как бы, которые там со школы у меня, одна девушка вот в Караганде возглавляет там языковые школы, да, то есть другой друг финансист. Вот, эти люди, там, вы их не увидите по телевизору, там, каждый день их не показывают, они не блогеры, да, то есть, там, кроме, там, Андрея Мануйлова, наверное, там, мало кто из них, там, постоянно находится, там, в свете, там, камеры и всего остального. Ценность дружбы я знаю, я ее понимаю, я умею ценить дружбу. То есть, новых друзей у вас сейчас нет? Да, есть люди, которым я не могу отказать, вот, ну, то есть, там, например, Динара, вам, да, то есть, я говорю о том, что, почему я согласился на эту программу, хотя отказал 30 программ до этого, да, то есть, просто потому, что я вижу, как вы хорошо ко мне относитесь, да, там, в сети.
да, и я не могу отказать Славе Нерушу, да, потому что он в каждой своей программе, да, говорит там кучу слов в мой адрес хороших, да, слов. Ерлан Карин, который там возглавляет партию, да, он ни одно интервью там, которое касается интернета, никогда не забывает про меня. Да, и этим людям я не могу отказать. Ну, то есть, потому что я к ним очень хорошо отношусь. То есть, человеческие отношения очень важно сохранять и в сети тоже. Конечно, потому что количество порядочных людей, оно очень сильно ограничено. Да, то есть, и когда ты видишь этого человека, тебе хочется вцепиться вот, и с ним ходить. Мы знаем, что вы неженатый молодой человек, а вот с представительницами противоположного. Молодой человек. Да, с противоположным полом вы в основном как общаетесь? В интернет-пространстве? Я знаю, что у Алишера есть девушка уже несколько лет. Есть принцип, по которому я не обсуждаю личные вопросы. Да, если вы читали мой твиттер, вы знаете, что я никогда не пишу вот о личной жизни. Вот это удивительно, да, я никогда не вижу. Да. Но если вы, когда вы уже женитесь, когда у вас появятся дети, да, вы будете публиковать? То есть вы же ходите в Люксор, я знаю, что вы ходите. Я знаю, что у вас там, вам подарили там, я не знаю, кошелек Louis Vuitton, там, ремень Hermès, да, еще что-то. То есть я наблюдаю невольно, да, за вашей жизнью, при всем при том, что мы с вами виделись, наверное, в жизни там всего два раза, да, вот так вот сталкивались. Я читаю ваш твиттер и знаю все о вашей жизни. То есть Алишер Ильхпаев однозначно не бедный человек. Не бедный. Богатый? Не богатый, но и не бедный. То есть я как бы зарабатываю достаточное количество денег, а как бы мне, естественно, хотелось бы зарабатывать больше, да, то есть я бы не хотел там брать кредиты, хотя они у меня есть, да. То есть, ну а правда, что вы консультируете за большие деньги наших чиновников? Ну, это, опять же, что значит консультирую? То есть это не на постоянной основе, но у меня были такие контракты. То есть они не такие большие, как может показаться на первый взгляд, да? То есть, но, как бы, наверное, я один из самых дорогих. Как мне вести блог так, чтобы быть интересным людям, да? Чтобы там... Эти люди сейчас в сети, они ведут блоги? Которые вы помогали. Нет, к сожалению. То есть они так и недопоняли? Не то чтобы недопоняли, просто кое-кого сняли с должности. Да, то есть кое-кто не согласился быть настолько открытым, да, то есть, потому что ты же обнажаешься немножко. Да, то есть вы знаете там, какие-то части там, личной жизни, о которых там, моя мама не знает, да, к примеру, потому что моя мама не читает меня в Твиттере. Да. А как быть интересным читателем? Вот можете краткий мастер-класс преподать? Тем более, что я знаю, что Алишер очень часто проводит семинары, тренинги, все время читает то в Кимэпе. И, кстати, Оксана, наверное, ты не знаешь, я читала в Твиттере тех людей, которые ходят на ваши семинары, то есть и кто-то писал о том, что первое, что вы делаете, вы посылаете всех. Не посылаю, я просто говорю о том, что... Отправляете в места. Нет, это неправда. То есть я говорю, что там первая фраза, которая там касается, там, здравствуйте, то есть никого никуда не посылаю. То есть я просто называю вещи своими именами, да. То есть это такая лекция, она рассчитана на полтора часа, да. То есть к любой лекции надо готовиться. К этой лекции готовиться мне не надо, я могу ее прийти и прочитать абсолютно. Ее задача в том, чтобы побудить человека сопротивляться в этом. То есть доказывать, что он на самом деле лучше, чем я думаю о нем, да. То есть я просто как бы понимаю, что там специфику телевидения, что сейчас люди подумают, что я какой-то вот не очень хороший человек, да. Но на самом деле там достаточно побывать на этой лекции, чтобы понять эффект ее, да. То есть потому что люди выходят мотивированные. А что главное, как Оксана задала вопрос по поводу, да, вот чиновников. Какие самые вот популярные там, я не знаю, просьбы, да? Чему вас просят научить? Ну, чиновники, которые просят научить, очень часто бывают как... Они не готовы тому, что я ему научу, да, то есть они готовы оплатить мне билет из Алматы в Астану, да, готовы мне оплатить там размещение в гостинице, но они не готовы следовать тем советам, которые я им даю, да, то есть это в первую очередь там быть людьми, то есть не быть машинами по составлению твитов, то есть я говорю, будьте самим собой, вот что вы рассказываете своим детям, что вы рассказываете своим друзьям, это тоже важно, ну, то есть потому что люди видят вашу человечность, что вы на самом деле... как бы не машина. А что получают люди, которые становятся вот такими открытыми, да, вот именно чиновники? Что он получает? Они получают самое главное, что хотят, кредит доверия от населения, да, то есть люди начинают им верить. Да. Но иногда, Алишер, вы же прекрасно понимаете, что человек, который, может быть, создал какой-то себе имидж, может быть, иногда ему даже не стоит заходить в Твиттере и регистрировать свой аккаунт, потому что он может потерять. Некоторым людям очень противопоказано было заходить. И я это говорю. То есть если я считаю, что этому человеку не надо туда выходить, в серу там огромного шлейфа там коррупционных ли там обвинений либо чего-то. А кому не стоит туда?
Ну, вот я объясняю, да, то есть это те люди, которые не могут себя контролировать, да, которые не могут контролировать там злость свою, которые не могут контролировать агрессию, потому что вот если человек завел Твиттер, то это же как, его нельзя уже бросать, то есть его надо вести, нельзя его там через некоторое время оставить. Да, то есть надо продолжать его делать, а через некоторое время твой характер, твои повадки, ну, то есть если ты будешь реально человеком, и все твои отрицательные качества, они вылезут. Вот вы говорите, высокопоставленные чиновники, они должны быть в Твиттере, чтобы повысить... Не говорю, что должны. То есть ну, вы рекомендуете, просто премьер-министр создал тренд. Ну, а и вы они рекомендуете? Хотят соответствовать, если... Это зависит от человека. Некоторым людям не рекомендуют. Алишер, вот я читала в вашем интервью о том, что вы очень добрый, вы всегда говорите о своем росте, что двухметровые люди просто не могут быть недобрыми. Вот. Я читала, что у вас общий долг составил 30 тысяч долларов, то есть люди вам должны, то есть что вы очень добрый, что вы всем всегда занимаете. Вы продолжаете всем занимать? Но сейчас вот эти люди, которые мне должны много денег, то есть они, к сожалению, создали такую тенденцию, что я уже не доверяю многим людям, которым, ну, то есть которым требуется помощь. Получается, они не вернули вам эти деньги? Вернули эти деньги. Вам жалко эти средства? Мне не то чтобы жалко, мне жалко этих людей, потому что они оценили дружбу со мной в, ну, в такую сумму, там, в 1000, в 2000 долларов. Получается, больше. Если ваш друг не вернул вам 2000 долларов, вы рвете с ним связь, нет, да? Нет, это с друзьями. Но вы говорите, оценили дружбу. Нет, смотрите, с друзьями, близкими такого не было. Эти люди как бы оказались случайными на моем жизненном пути, да, и лучше пусть они так уйдут. Да, с этими деньгами. То есть я-то понимаю, что я заработаю еще. Да, но просто когда человек должен, да, и у него нет совести признать это, позвонить, сказать там, слушай, ну вот не получается в этом месяце отдать. А да? Сами вы в долг берете? В банке, да. В банке, да? Да. То есть у людей я не занимаю достаточно давно, и вот, ну, то есть недавно занял денег, и там не мог спать. Пошел, снял в банке отдали, с да? кредитной карты денег и вернул эту сумму. Ну вы хорошо зарабатываете? Я отлично зарабатываю для рынка. Угу. Для рынка пиар я зарабатываю отлично, учитывая, что я белый. Да, то есть я не беру там откатов, не даю взяток никогда никому. Ну, предлагают? Это принцип. То есть вот эти конечно, вот взятки, конечно, откаты ну, предлагают? Абсолютно. Ну, то есть это же рынок. А просят лоббировать какие-то проекты? Да. То есть, Алишер, если ты пробьешь вот этот проект, мы да, тебе там... То есть тебе разговор, сколько стоит ваш пост, или сколько стоит, там, чтобы вы там хорошо, там, или вы, чтобы вы пришли в наш ресторан, можем ли мы вам открыть большой там, депозит, да, вы можете да, питаться в нашем ресторане. Да, да, да. Как бы, то есть такие предложения, они часто, я ну, достаточно часто им отказываю. А что вы цените в человеке? Какой человек поистине может для вас быть интересным? Для меня любой человек, который делает что-то интересное, да, то есть интересный проект, интересные там вещи. То есть когда я впервые там увидел там фильм Фархада Шарипова «Розовый заяц», да, я бегал за Фархадом Шариповым и говорил: «Возьми меня в пиарщики, я хочу заняться твоим фильмом». Да, когда я увидел фильм Баян Синтаевой там «Коктейль для звезды», я звонил Баян, говорю: «Баян, это вот я хочу этим фильмом заниматься. То есть позволь мне вот заниматься этим фильмом». Да, то есть эти люди ко мне возвращаются, да, через некоторое время, они понимают, что я могу это то делать. То есть вначале вы это делаете совершенно бесплатно? Конечно. То есть, я говорю, если мне интересен проект, я за еду буду работать. Я приезжаю каждое утро на работу, как на праздник. Да, потому что, ну, вот это все. И как бы вопрос денег уходит на второй план. То есть, это очень важная штука, но там ведением мероприятий каких-то корпоративных я заработаю все равно больше. Вы ведете корпоративы и мероприятия, да? Да, когда... С каких пор? Ну, уже год, наверное. Уже год, да. Ну, это говорит о вашей популярности. Какие-то... Да, но я весьма специфичный же ведущий, да, то есть, потому что, ну, то есть, меня там нет в телевизоре. Фактически, да. То есть, ну, для узкого, там, вот вы говорите, 40 тысяч, для 40 тысяч человек вы звезда. Вы чувствуете это? Нет. В чем ваша специфика? Моя специфичность в том, что, во-первых, я достаточно саркастичен, да, то есть, когда я там выступаю там где-либо, да, то есть я не веду свадеб, не веду там каких-то там корпоративных вечеринок маленьких корпораций. Я веду в основном церемонии, да, какие-то там награждения, церемонии там каких-то там конкурсов. Сколько вы провели церемоний награждений? Ну, за год, наверное, штук... 7-8, наверное, провел. Но просто потому, что это не моя основная профессия, да, и часто бывает, что там совпадает с моими поездками за границу, да, или не совпадает с... Ну, вы ведете эти церемонии, потому что вам нравится или потому что вы хотите заработать? Потому что у меня большой кредит на квартиру.
То есть вот, кстати, об этом тоже мне как-то в моем видеоблоге говорили, да? Да. Но вы при этом говорите, что вы хорошо зарабатываете, поэтому я думаю, этот кредит как-то вам... Ну, в этом месяце было сложно оплатить его. Ну, вы ведете такой образ жизни, Алишер, который нуждается в больших деньгах, да? Вы ходите в люксор, то есть вы носите дорогие вещи, вы ездите на дорогом автомобиле. Я не ношу дорогие вещи и не езжу на дорогом автомобиле. Да? А на чем вы едете? У меня достаточно обычная казахская машина Toyota Camry. В принципе, я опровергаю лакшери-образ, и он мне не нравится и никогда не нравился. Да? То есть я не готов ради шмоток там жертвовать чем-то большим. Да? То есть поэтому как бы вот то, что вы мне постоянно инкриминируете, люксор, да, на самом деле это был подарок моего руководства и моих друзей к моему 30-летию. В один год там владелец люксора, да, то есть всем известная девушка, тоже подарила там как бы годовое членство. А, вот, то есть, в принципе, я там 4 года хожу в люксор, да, и я заплатил всего лишь один раз туда, за членство, да, все остальное время мне кто-то дарил эту карту. А сами любите подарки делать? Дорогие, вы щедрый человек? Наверное, нет. Ну, то есть, как бы близким людям я могу там делать какие-то подарки, да, то есть, но я не люблю делать подарки, вот, ну, то есть, у меня подруга, к примеру, да, она любит там золотые украшения. Вот. А я ненавижу дарить подобные вещи, да, просто потому что я считаю, что проку от них вообще нету. Вот iPad, это ужасно. Это iPad ужасно. Я могу подарить, потому что это полезная вещь. Да, да. Там, соковыжималку могу подарить. Для женщины, вы знаете, гораздо важнее же ведь украшения. Да. Зачем нам этот iPad? Да, и то же самое, когда там в разговоре с мамой, да, то есть мама тоже любит там всякие украшения и все остальное. Я говорю, да нет, давай мы тебе подарим что-нибудь, вот теплый пуховик, да, или там что-нибудь в этом роде. А воспитание родителей сыграло какую-то роль вот, в вашем становлении в этой области работы? Конечно. То есть у меня удивительной порядочности и там доброты отец, да, там, и очень целеустремленная, которая там ради своих детей, ради всего сделает, это мама, да, то есть и они там, конечно, существенный там пример для меня, и там мои братья являются для меня примером. Почему же вы тогда материтесь сильно в интернет-сетях? Мои родители никогда не говорили мне, там, ты не можешь курить, ты не можешь пить, они всегда говорили, твоя жизнь, сынок. Но говорить мысли можешь, да, открыто? А? Мыслить, они всегда осторожничают. Они всегда говорят, зачем ты говоришь такие вещи, сынок? Зачем ты вот там говоришь, там, даешь то интервью? То есть они не совсем одобряют, да? Да, оппозиционным изданиям. Зачем ты даешь интервью? Да, вот почему ты там критикуешь правительство? А вы не слушаете их? Нет, ну я не то чтобы не слушаю, я всегда слушаю своих родителей. Просто вопрос такой, что есть какая-то сущность, то есть там высказаться, да, то есть там вещи, на которых я не могу молчать. То есть вы такой, какой вы есть, да? Абсолютно точно. И в Твиттере вы видите там абсолютно там натурального меня. Да, со всеми моими недостатками, со всеми моими понтами, то есть со всеми моими этими. Вы видите там Алишера Икбаева, какой он является в жизни. Спокойно. А когда вы работали руководителем пресс-службы партии Нур-Отан, да? Ага. Какой это был год? Это 2005 год, выборы президента. 2005 год. Да. Это же сложно, работая в таком месте, как партия. У вас были подчиненные, но у вас были руководители. Да. И вам наверняка приходилось то есть выстраивать как-то с ними отношения. Сложно было? Ну, как бы они не давили на то, что, ну, как бы, что мне вот претило. То есть фактически я не менял даже свой дресс-код. То есть я как носил рваные джинсы, да, на работу и футболку. То есть мне позволялись. Потому что, ну, то есть, и принципиально, когда я пришел к этому руководителю, да, к Бахжан Турсуновичу Жумагулову в КазГУ, например, когда он уже был ректором, да, и меня не хотел вот секретарь, ассистент его пускать в таком виде к ректору КазГУ. Он говорил, только в костюме, вы должны прийти. Я говорю, зайдите, скажите, что это я пришел. Да, то есть он зашел, и оттуда говорит, да это же Алишер, пусть заходит. Вот, в принципе, мне прощалось многое. Как бы я благодарен этим людям, что там, меня воспринимали именно так. Да, то есть, что я заставлял свое руководство давать интервью оппозиционным изданиям, да, то есть, я заставлял свое руководство Нур-Отана. Алишер, да. А для вас важно то, что люди думают о вас? Общественное мнение? Наверное, совру, если скажу, что нет. Да? Ну, то есть, ну, к сожалению, мы все там немножко, да, там себя ценим чуть больше, чем ценят нас окружающие, да. То есть, и поэтому, наверное, для меня это было важно, но я научился не обращать внимания на, когда меня очень сильно там оскорбляют, да, то есть просто перетерпеть, то есть просто переждать и не реагировать никак, то есть просто проигнорировать, не отвечать на это дело. Через 2 дня я уже успокаиваюсь. Сегодня в Твиттере я написала о том, что Алишер Алипаев для меня был загадкой, да, и прежде чем мы готовились к интервью, естественно, и 2 дня, 2 дней нам не хватило с Оксаной для того, чтобы полностью вас изучить, потому что очень много материала, очень много постов, то есть и, кстати, телевизионных интервью различных, и
то, что вы делали сами. Ну, вам удалось сохранить тот статус, с которым вы сегодня к нам пришли. Какой? Статус того человека, то есть профессионала. Да? Я вас уважаю в первую очередь как профессионала. Спасибо. Поэтому ну, мы зато узнали, что двухметровые мужчины по сути своей не бывают злыми. Не бывает. Алишер, спасибо, что пришли к нам. Спасибо, Алишер, что вы нашли время, пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Я думаю, что зрители тоже сегодня узнали много нового об Алишере Эликпаеве. Это был известный блогер, специалист в области пиар. Смотрите нас каждый четверг на телеканале «Астана» в 23:00.